Всем привет! Сегодня бы я вам хотела показать, как вязать вот такую вот объемную косу. На самом деле она очень простая в выполнении. Для образца я набрала 23 петелечки. Из них будет 2 кромочные, 15 петель сама коса состоит. И по 3 петли я набрала по бокам для того, чтобы показать, как она выглядит. Раппорт узора на самом деле вы можете высчитать сами. То есть, если 15 петель состоит сама коса, допустим, отделить от следующей косы, вы можете 3-5 петлями, как вам будет нравиться, и по вычислениям, как она будет, у вас помещаться. Такой косой красиво оформлять кардиганы, свитера, шапочки. Этой зимой очень-очень модно вот такими косами вязать, на самом деле оформлять шапочку. Можно также оформить снуд, и так далее. Любое на ваш вкус усмотрение можно оформить вот такими косами. Для образца, повторюсь, наберите 23 петли и возьмите дополнительную спицу третью. Можете взять профессиональную с выгнутой средней части, но я на самом деле беру обычную спицу, такую же, какими вяжу, такую же по диаметру. Итак, первый ряд. Я уже немножечко провязала для того, чтобы вы понимали, как она выглядит, но мы с вами будем продолжать. Первый ряд. Первую кромочную снимаете, 3 изнаночные. Теперь берете дополнительную спицу, нить перед работой, и сзади нанизываете первые 5 петель. 3, 4, 5. И оставляете за работой. Дальше продолжаете вязать первой спицей следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И переворачиваете вязание, не заканчивая ряд. Эту же петлю провязываете первую изнаночной. И следующие 4 петли. 2, 3, 4. И снова, не довязывая ряд до конца, переворачиваете на лицевую сторону. И снова, начиная с первой петли, провязываете наши 5 петель. Обратите внимание, на лицевых вяжете лицевыми петлями, на изнанке вяжите изнаночными петлями. Снова провязываете 5 петель и с дополнительной спицы заднюю провязываете следующие наши 5 петель лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5. И довязываете ряд до конца по рисунку. То есть 5 лицевых, 4, 5. 3 изнаночные, 1, 2, 3, и кромочную изнаночную. Итак, первый ряд у вас связан. Разворачиваете на изнанку и вяжете также все по рисунку второй ряд. То есть первая кромочная, 3 лицевых, наши 15 изнаночных, без изменения, из которых состоит коса. Провязываете до конца изнаночные. Снова наши 3 лицевые. 1, 2, 3. И кромочная изнаночная. Разворачиваете. Третий ряд наш. Снова провязываете без изменения по рисунку. 3 изнаночных. 15 лицевых. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 изнаночные и кромочная изнаночная. Четвертый ряд также вяжите до конца по рисунку. Пятый ряд. Первую кромочную снимаете, первые 3 изнаночные. 2, 3. Теперь первые 5 лицевых провязываете. 1, 2, 3, 4, 5. Берете дополнительную спицу и следующие 5 петель провязываете уже на нее. Обратите внимание лицевыми петлями.
4, 5. Не довязывая до конца ряд, разворачиваете. И снова провязываете среднюю нашу спицу, 5 петель, провязываете изнаночной, включая первую. 2, 3, 4, 5. Развернули. И снова провязали среднюю спицу 5 лицевыми, включая первую. 2, 3, 4, 5. Теперь спицу оставляете перед работой. И первой нашей спицей начальной с третьей спицы снимаете просто 5 следующих петель. То есть вот смотрите, за заднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5. И точно так же переснимаете, но уже за переднюю стеночку, следующие 5 петель со средней спицы. И довязываете ряд 3 изнаночные без изменения и 4 изнаночную кромочную. Вот у нас получился наклон влево. Теперь переворачиваете на изнаночную сторону, это у нас 6 ряд. Вяжете снова по рисунку. Первую кромочную, 3 изнаночные, 3 лицевые, простите, 15 изнаночных наших косы. И снова 3 лицевые. Кромочная последняя, изнаночная. Вот провязали мы нашу косу изнаночными. Теперь 3 лицевых. 1, 2, 3. И последняя кромочная изнаночная. Вот. Переворачиваете снова на лицевую сторону. Это у нас 7 ряд. И снова вяжете по рисунку. 3 изнаночных, 15 лицевых, 2, 3, 4, 5 первых, 1, 2, 3, 4, 5 вторых, 1, 2, 3, 4, 5, 5 третьих, 3 изнаночные, 1, 2, 3 и кромочные. Теперь 8 ряд разворачивайте и снова 1 кромочная, все по рисунку, 3 лицевых, 15 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 первых, 1, 2, 3, 4, 5 вторых, 1, 2, 3, 4, 5 третьих, 3 лицевых, кромочная, изнаночная. Итак, смотрите, мы провязали с вами наших 8 рядочков, то есть сделали наклон вправо и наклон влево. Теперь мы начинаем все с первого ряда. То есть снова делаем наклон вправо, провязываем туда-обратно без изменения по рисунку. Наклон влево, туда-обратно, без изменения по рисунку. Итак, в этом и заключается сам узор коса. Как вы видите, ничего сложного, но благодаря нашим, вот видите, провязанным средним рядам с дополнением туда-обратно, у нас получились вот такие вот промежуточки между косами. Вот. Видите? Как вы видите, ничего сложного, повторюсь. Я надеюсь, вам видеоурок мой поможет. Вяжите вместе со мной, если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока.